have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Привет, привет! Пойдем в город. В город. Второй раз мы уже начинаем записывать эту серию. То сервак вылетал, то у нас читер попался. И, короче, все было так как-то скомканно, все как-то было не то, не так и нигде. Но вот, наконец-то, я думаю, что на этот раз у нас все будет хорошо. Не бойся, здесь робот, он нас защитит. Да, отлично. Если не начнется восстание роботов, то тогда будет все хорошо. Картонный робот. Ну вот, поэтому... Воу. О, мы рядом! Да. Наконец-таки! Я хочу посмотреть, где мой дом. Я хочу посмотреть эту консольку, которая мне выпала. Вот как она выглядит. Ну, то есть, она выглядит, наверное, как плойка, но геймпадики выглядят как от Сеги. Да, хотя нет, не как от Сеги. У Сеги были шестерные кнопочки, тут четверные крестиком. Хотя, ну, не знаю, как это Block Station, пусть будет... Или Xbox. Не. Xbox. Xbox мне нравится. Кстати, да. Смотрите, за счет того, что кнопка красная, синяя, желтая и зеленая, чего нету у плойки, это есть у Xbox. Так что это будет Xbox. Все. Меня все устраивает. Слушай, хочешь в мой домик залезть? Ну-ка, что-то интересненького. Эй! Блин, у тебя гости, ты не предупредил. Я его вообще не звал никуда. Тут. Может, позвать его в другой дом, а то он меня раздражает. Яйца? Так. Просто учим своего человека гулять. А что за яйца? Погоди. Что за яйца? Ну, если где-то есть пасхальный кролик, то этот пасхальный кролик будет доставлять яйца. Кстати, пойдем в банк грабим. Не бойся, здесь вода, она не вредит именно в банке, в самом банке. Так что все безопасно. Вот, залезай сюда. Надо просто до пола дотронуться, и все будет хорошо, и ты будешь получать воздух. Да, прикинь, реально так. Прикинь, вот прикинь, весь раунд вот так вот прятаться, тебя никто не заметит. Ой, я получу шоколадное яйцо. А так можно до конца сидеть собирать? Да. А, не, нельзя. Это 1000 максимальное. Сколько? 1000 монет максимально. Блин, я тону. А я не тону, мне хорошо. А чё так мало получил? Ну, потому что слишком много. О! Это шоколадное яйцо. Слушай, я здесь все время буду сидеть, меня никто не достанет. Попробуй сюда запрыгнуть. Эй, это мой дом, уйди, кролятина. А вдруг он хотел доставить тебе яйцо, а ты... Он хочет съесть мои бобы и поиграть на моей консоли. Чего? Ой-ой-ой, забирайся на крышу, быстро-быстро. У меня нет крыши. А зато у меня она есть. Но ее нету, но она есть. Но нету. Я не могу запрыгнуть. Черт! Прощайте, вы были хорошие. Я же даже... У меня даже удалось на секунду запрыгнуть. Нет! Я по своей же собственной тупости спрыгнул обратно. Ладно, я за тобой сейчас понаблюдаю. Этот раунд был очень быстрым. Ну, вы еще там, так что он еще не закончился. У тебя беговая дорожка появилась. Круто. Теперь ты сможешь оставаться в форме. Сколько здесь людей осталось? Так, раз, два. А, вас двое осталось, все. Прикольно. Тебе нужно его каким-то образом замочить, и все будет нормально. О! Мочи его! У меня шоколадное яйцо, так что я могу подхилиться на всякий случай. Я думаю, у него тоже оно может быть. Может быть. Есть. Ха! И я выиграл. Победитель этого раунда. Изи. КТ. Изи. Красиво. Хорошо. You got him. You got him. Так, таун, давайте, может, что-то стэк? Да я и хотел стэк. Давай стэк. Это будет сейчас полнейший хаос. Может, мне с единорожкой побегать? Да ну, как хочешь, в принципе. Или с волшебным мечом. Уточка! Крякни!
Я с уточкой буду бегать. О, стек. Прикинь, уточка крякает. Крякает сюда. Уточка реально крякает. Так. О, мы с тобой рядом. О, круто. Довольно высоко. О, надо мной всего лишь один домик, так что мы практически на вершине. Ты что там все пэты выбираешь? Да. Печеньковый меч? Нет, это меч из настоящего железа. Его можно получить, если ты достигнул 74 или 50 левела. Глянь, лайфлинг. Эй! Минуточку, нас что, фейерверками убивают? Да. Слушай. Это было как бы немножечко... Ха! Кто-то съел слишком много бобов, и у меня этот дом сверху начал загазованностью это, да. Чувак подо мной говорит то, что он жирный. Нет! Я держу! Фух. Падай вниз, там есть широкая платформа, можно спастись. Не, я уже на... Я на одну платформу вниз себя. В общем, там небезопасно, мне хорошо. Весело и без опа. О, Бэби Йода, привет. Бэби Йода, Бэби Йода. А можно так сейчас с размаху ногой так вот? Он такой, ва-а-а! Я понимаю, что это хозяин этого... Ой, блин, чертов лабиринт. О, тебе безопасно. Я хотел бы выйти из этого безопасно. Черт. Ну, токсичный дождь в моем положении, токсичный дождь не страшен, наверное. Наверное. Черт, страшно! Больно! Блин, надо мной сколько этих... Ой, блин, чувака убило прямо передо мной. А мне безопасно, мне хорошо. Я съел жирья или не съел, его, наверное... Слушайте, не надо, ребят, не надо! Я видел, как ты пролетел. Мой меч, он меня перекусил. Нет! Блин, меня последней каплей просто убило, я мог выжить. Бэби Йода, бэби, бэби Йода. Ладно, это было быстро. Это было быстро. Я не понял, как дождь пробивал через все эти острова, то есть... Наверное, потому что это трава? Ладно, хорошо. Нелогично. Хорошо, ладно, ладно, хорошо. Давай unplay. Так, да, 1 HP. OnePlay. 1 HP. OnePlay. Я так и сказал, 1. Один play, это не HP. 1. Play. HP. 1. Да, HP. У меня есть Бэби Йода. Прикинь, там растаешь. Прикинь, сейчас будет One Plate, 1 HP. А если это правда? Ну все, сейчас... Ой, ёлки-то палки. Если начнется пожар... Малейший массовый ивент, и все. Дайте одному человеку меч. Кому-то уже винтовку дали, или пистолет, что там. Бомба! Бомба? Это, я, пожалуй, иду оттуда, да? Не против. Чего? Бомба в воде? Как закрыть эту штуку? Как бы, наверное, никак. Здесь бомба. Выпустите! Я заперт с придурками! Нет! Пока, лохи. Уйдите! Уйдите! Там зомби бомбануло. Пустите меня в жар! Спасибо. Ай! Дети, взрывчатка вам не игрушки. Ой, ты остался... Угу. Вас два человека там осталось. Круто. Че это у тебя за мешок с этим? Это Бэби Йода без головы. А, это... Я думал, это мешок чего-то. Это просто Бэби Йода, который трубил голову. Дайте мне снайперскую винтовку, не ей, а мне! Ой-ой. Чего? Как? Я же прятался за стеной. Это почему? Слонобой. Бэби Йода без головы. Ну просто я смотрю, мешок какой-то ползает. Непонятно, что за фигня. Прикинь, здесь остался. Че, OnePlay, да, понравилось? Не, давай... Да, давай OnePlay. Пол-лава. OnePlay. Пол-лава. А почему пол-лава, а не OnePlay? Потому что не One Piece. Чего? Ну, One Plate, One Piece.
пожалуйста, one planet или love. Кстати, ребят, заметили вы, не заметили, здесь на фоне стала играть музыка, очень сильно похожая на Cursed Island. Да, это один в один. Это не один в один, но на том же инструменте и очень похожий мотивчик. А что случилось-то? Свипер. Не, стэк. Давай башня или свипер. Стэк. Да, с удовольствием. А! Что ты сделал? Ты пусти меня обратно. Ха-ха. Я сделаю так, чтобы ты упал. Ха-ха. Я буду снизу потряхивать. Да хорош! Чего? Что происходит? Sideways. Sideways. Что с голосованием? Включите нам игру, пожалуйста. Сфигли. О, смотрю, у кого-то крабик токсичный с одним глазом. Круто. Наконец-то начинается полностью. А прикинь, сейчас все три раунда... Все... О, sideways. Все три, что мы сейчас голосовали, сойдутся в одном. Это было бы неплохо. Sideways, так, где будет свипер. Угу. О, ты на каком... О, привет! Привет! Ты где? Ну не! Ты куда? Что? Куда ты подевался? У тебя меч? Меня телепортнули к чуваку и дали меч. Ха! Круто. Ты меня только не трогай. А если ты меня не будешь трогать, я тебе дам телек посмотреть. И грибочки покушать. Мне бы полет какой-нибудь или прыжок. Да прыгай на второй или последний этаж, ты их убьешь. Нет, тогда наверх не поднимусь. Мне сейчас выгоднее оставаться сверху. Блин, снайпер, серьезно? Ой! Пока. Снайпер снизу или посередине, где? Посередине. Что, блин? Что это за звук был? А! К тебе девушку прислали. Чего? У нее дом испарился. Ой, елки-палки. У нее дом испарился, и она просто упала к тебе на дом. Она знает, что я внутри дома, да? Не знаю. Можешь, пожалуйста, истребить эту девушку? У меня меч вообще-то, а не аннигиляторная пушка. Ну, так, приготовь шашлык. Вот пожарники, ну так пожарьте мясо, да? А, снайпер прям подо мной. Уйди, уйди, снайпер! Спасибо. Было очень весело. А снайпер ваншотает, да? Нет! Луч, это у него луч! Пустите меня обратно на второй этаж! Нет! Что там происходит? Флу! Салат из водорослей! Заберите меня! А так ты не достанешь! Так ты не достанешь, лошара! Он... Блин, тебя салатом убило. Ну, салат слишком высокий, понимаешь? Ай, блин. Чувак пытается меня это энергетическим полем высосать. Прыгает ко мне и... Эта долбаная крыса сидит в моем доме и смотрит мой собственный телек и даже не платит за это. Прикинь, кто-то платит за кабельное, а она просто сидит и смотрит телек. Чувак, вот спуститься к тебе, что ли? Спустись на мой домик с тыквами и убей ее. Я хочу вот этого снайпера энергетического убить. Который Джухи Франко. Джон. Мужчин беру. Но не... Она убегает! Крыса! Нет! Просто убеги подальше от этого лазера, ты ее все равно не достанешь, понимаешь? Понимаю, но меня очень расстраивает, что я оказался на первом... У меня два меча! В каждой понимаешь, руке по одному. Тебя лазер бьет, уходи на другой остров. Вот так. Спасибо. А он меня не пристрелит так? О, у тебя двойная защита, даже тройная, прикинь. Почему? Acid Rain from the Sky. Токсичный дождь. Слушай, спрячь руку, просто смотри на твой спавн, там где ты был. Блин, у меня только пол хпшки, это плохо, меня сейчас одной капелькой может ваншотнуть. Нет, не ваншотнет. У тебя останется еще две хпшки. Привет, дог.
что ты делал? Не! У нее молоток, уходи! А почему я ее убить не могу? Капелька ваншотнула. В общем-то, она ударила со всей силы твою голову. Наконец-то девушка, которая сидела в моем доме, смотрела мой собственный телек, ела мои бобы и грибы, и еще делала... Почему я не мог ее убить мечом? Не уходили жизни вообще или нет? Уходили. Просто, понимаешь, это такой глич. Какой глич? Глич то, что с ультрабыстрой катаной ты не всегда можешь ударить врага. А, это эффект аниме, когда ты такой машешь мечом, ничего не происходит, а потом через некоторое время... Да. Не фан. Блин, я надеялся ее убить. Я хочу, чтобы этот Джухни Франк умерла. Там эта черная дыра засосала. Погоди, сколько их осталось? Ну-ка. Раз, два... Что в инфо? Их двое осталось. Снайпер и псина. Мой дом обрушился. Жалко. А он у вас сейчас будет электричеством доставать. Наконец-то Джонни Франко умрет. Да. А, погоди, это глаз электричеством бьет? Да, это глаз электричеством бьет. Она в воде задохнется. Надеюсь. Да, задохнется. Там глаз еще и под водой, понимаешь? Понимаешь, что глаз под воду не достает? Там еще один глаз прямо под водой. Вот в чем дело. Ты посмотри за Джуки Франкс. Там еще один глаз под водой. Они не спасутся. А, кстати. Девушка заморозила, и ее лазер бьет. Ага, сейчас посмотрим, кого просто первого добьет лазер, и будет хорошо. Блин, вот этот трешак сейчас творится. Эта девушка берет на себя сразу лазер. Ты захлебнуться не хочешь там, например? У нее бессмертие. Офигенно. О, все, у нее пропало бессмертие, она теперь очень быстро сдохнет. О, наконец-то. Наконец-таки. Она меня очень задалбывала. В следующий раз, когда у меня появится меч, я убью ее первым делом. Отомщу за всех своих тыковок, которые она кушала. Она выжила или не выжила? Джонни Франкс? Нет, другая. Другая? Которая зомби с молотком? Нет. Которая она... бьют вон... Она выжила. Давай ладно. Стак. Давай стак, в самом деле, хорошо. Слушай, у меня тоже есть пэт-осьминог. Сквит! Осьминожья банда. Погоди. А я думал, это апельсин на пальме. Это просто текстурка дерева. Я думал, что это апельсин. Апельсин на пальме? Я и удивился, типа, шут-аут! Блин! Пустите меня в шарик! Пустите меня в шарик и просто заберите пистолет, дайте меч, пустите в шарик. Все. Вот все, что я хочу. 10 миллионов долларов и вертолет. Почему я горю? Потому что у тебя случился пожар. Прыгай в воду! Ты быстрее остынешь. Ты в воде горишь, да? Да, вода горит. Но дело в том, что ты реально быстрее в воде остынешь. Просто спасибо. Убеги от всех, у кого есть, в принципе, пушка. Ты все равно умрешь. От первого лица надо сгореть. Стрелять. Я успел в чувака выстрелить, но я сгорел. Почему я так высоко прыгнул? Так, ну-ка. Я смотрю на тебя. Такая эпическая поза. Да я тебе вообще говорю, ты это, пальцами ног зацепился за краешек острова, да? Убей этого чувака. А, есть, убил. Молодец. Должны давать монетки за убийство, а их не дают. Но я его почти убил просто, поэтому мне хотелось, чтобы ты его добил. Ты? Ты еще жив? Нет, но я до этого в него выстрелил. Бабах. Бабах.
Не знали, сколько у нее жизни осталось? Мало. Надо просто подождать, пока восстановится одна пулька. В общем-то, запомни, надо стрелять от первого лица. Кстати, это я знаю. Ты заметил то, тебе что... Тебе чувак телепортнулся? Ты заметил то, что Roblox обновил курсор? Блин, серьезно, я только сейчас это заметил. А почему? Я не знаю. Бум, бессмертие. Бум, шоколад. Гаси их! Надо навестись, у меня всего лишь один патрон. Слушай, вот этого, блин. А ведь кто-то еще жив, потому что чувак куда-то телепортировался. 700 рубаксов? Что вы мне предлагаете купить за 700 рубаксов? А что предложили купить за 700 рубаксов? Не знаю, покупать я это в любом случае не буду. А что там было? На дом какой-то апгрейд или сам дом. Понял. Блин! Спектрум. А, вода! Токсичная! Она санина! Почему они тимятся? Они тимятся против тебя, офигеть. Ну реально тимятся, крысы. И что я должен был делать? Ничего. Крысы. Пойдем в лифт, я тебе штуку покажу. Куда? Сейчас. Я введу секретный код на автомате вот этом вот. О, там капустный салат. Блин, ты меня сейчас загораживаешь. Погоди. Вот. Блин, одну кнопочку пропустил. Раз, давай, два, нажимай уже. Три, четыре, пять, шесть. Почему этот код не работает? Там код другой. Видимо, поменяли от тебя. Ты мне все загораживаешь. Ладно, ребятушки. Вот такая у нас сегодня получилась веселуха. В принципе, прикольно. Я открыл лифт. О. Заходи, заходи. Давай, 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 зайдем. В общем-то. Смотри, я сейчас секрет сделаю. Нажимаю на эту кнопочку, нажимаю на эту кнопочку. Нифига не. Открывай видно. Секретная дверь, смотри, заходи туда. Там сейчас штука появится. Заходи, жди. Ну. Я серьезно говорю, сейчас штука появится. Как это троллил? Все, ты оттуда не выберешься. Ясно. Ладно, ребяточки, на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцы. И всем пакета. Всем пакета.